Против меня сидит дедушка, самый настоящий Дедушка Мороз, который уже много лет морозит на главных и неглавных елках нашего города. И не потому, что он самый старый дед, совсем наоборот. Он молод, обаятелен и талантлив. Я его просто люблю. Заслуженный артист России Валерий Серегин. Досье гостя. Валерий Серегин родился в городе Магнитогорск Челябинской области. После школы ушел в армию, службу проходил в Кунгуре. После демобилизации поступил в Свердловское театральное училище. С 80-го года работает в пермском ТЮЗе. Сыграл множество ролей в театре и кино. В марте этого года удостоен звания «Заслуженный артист России». Стаж Деда Мороза свыше 10 лет. Женат, дочери Кате 11 лет. Главное хобби – театр. По знакам зодиака – стрелец и овца. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, Валера. Здравствуй. С наступающим тебя. Спасибо. Вот сейчас я послушал досье на тебя, и там почему-то только дочь Катя. А у тебя ведь не только дочь Катя. Нет, я вообще-то отец героин. У меня трое детей. Еще мальчик Коля и мальчик Женя. Валера, ты сегодня скоро придет? Неизвестно. Он сказал в 10, в 11. Обычно всегда так и приходит? Бывает позже, бывает, что вообще не придет. Так я ему сейчас ультиматум поставила. Не приходишь домой ночевать, 100 000 на стол. Вы постоянно меня спрашивали, почему ты ничего не готовишь? Я говорю, понимаете, ну не созрел я для этого. Ну Достоевского, допустим, может быть, я боюсь его. Там, не знаю, Островского не нахожу ближе к себе. То есть я должен найти не только автора, допустим, то есть, ну, вот Достоевский, это хорошо, надо попробовать, а ну, не греет, ты понимаешь? Uh-huh. Я уже тот год вроде попробовал что-то там, нашел, значит, какую-то детскую такую книжечку, какой-то итальянский автор, сейчас не помню, она называлась, ой, в общем, с итальянского, если перевести на русский, значит, она называется «Чинарик», то есть про одного такого мужика, который вот такой, типа, вот такой, ну, бомж, не бомж, такой, знаешь, вот, такой добрый, нормальный мужик. Вот он, так сказать, в этой жизни живет, там, так сказать, все его обижают. Вот он, видно, на улице у него собака была, он там в помойке насобирает какие-то банки, там, с ними разговаривает, там, что-то там. Вот такой, знаешь, добрый человек. Тут немножко тема такая затронула меня. Я вроде так начал эту уже так, литературную тематику в драматургию превращать более-менее. Ну, почему-то просто времени не хватило. Ну, хотя эта задумка у меня так и осталась. То есть это у меня сейчас вот эта повесть такая наполовину сделанная лежит, и я думаю, может, я созрею все-таки для нее. То есть вот мне материал близок как-то, близок. Не то, что он там бомж, а чисто внутренние мне дела, они близки. А Гамлет, значит? И вот нет, ты вот сейчас, нет, вот сейчас ты задел Гамлет, вот почему, ты понимаешь, если даже его брать, пробовать, то есть твои задумки, допустим, ты там должен мне рассказать, там, я что-то, допустим. То есть если, ну как сказать, совпадет что ли, то есть я тогда должен в этой роли высказать то, что у меня наболело. То есть там, не знаю, душевное, там, не знаю, семейное, там, жизненное, бытовое. То есть это не будет затрагивать, тогда, мне кажется, нормально. Нет, но вообще, сам текст хрестоматийно известен, то есть ты как бы для себя можешь определить, поможет ли тебе, вот, допустим, вот эта вот роль Гамлета, вот высказать, как ты говоришь, наболевшие, там, то, что в тебе ну, есть? Ну, я думаю, да, там, кстати, много есть таких вещей, вполне. Да. А как вы вообще относитесь-то вот к его желанию, как бы, сыграть Гамлета? Я ему давно уже говорила, Валера, миленький мой, ну хватит играть, вот знаете, комедию. У тебя есть талант играть серьезные роли, но ты все время кривишь рожи на сцене. Но я понимаю, что он комедийный актер, но ему нужно сыграть серьезную роль. То есть вы как бы поддерживаете, да? Да. Ну, и я чувствую, что у него вот внутри это есть, он хочет это сделать, а в театре ему эти роли не дают. И он вот это варит в себе, варит. Нет вот выхода, чувством этим. Он хочет что-то сказать, а ему все время дают комедийные роли. Может быть, что-то Гамлет сделает, что-то успеет, что-то сможет. А-а-а. Да? Все как-то что это как бы для него такой, что ли, какой-то будет. Взятельно, извините поворотный. За выражение, ему надоело. А-а-а. Она еще ему 13 лет назад надоела. А что делать? Работает. Собачки, хотя вот почему я его заметила в ТЮЗе, да, был спектакль Чиполлино. Он играл там собаку, пса Мастина.
он так это делал хорошо, так весело. У него были здесь две косички, хвостики. Это был пес Мастина. Длинный, тощий пес Мастина. Тощий был он, да? Очень худой, очень, да. Одни кости. А когда он так поправился-то? А после женитьбы. Да, а он всегда был голодный, холодный, замученный, да. Он был крашеный блондин, у него были крашеные волосы. Он был очень худой, но здесь все худое. В общем, страшно было, очень страшно. Он там сидел в курилке, и он был, значит, в таких замученных брюках. Я прохожу, а так как у меня характер был такой задиристый, я говорю: «Боже, какой мужчина!» А он сказал: «Фу, какая женщина!» Обменялись, разошлись. Просто он вообще был странный. Я еще подумала про себя, подумала: «Ну надо же, всякую шваль в театр пускать!» Я не подумала, что он артист. Я подумала, что ну, кто-то пришел с улицы и ждет. И сразу же вы поженились или нет? Или прошло какое-то время? В апреле я приехала, а вместе мы стали жить в июне. Да, да, случайно. Кулечек с ручками? Да. Большой, маленький, красивый, некрасивый? Или такой, как я, красивый? Лучше, лучше, давай. Как я, что ли? Ну, конечно. С цветочками, да? О, затышу, затышу. Вот с цветочками. Какой, ну-ка? Ну, какие лапочки. Нет, давай лучше вот такой вот. Нет. Такое не дам, потому что... А, там он... приклеен. А такие машины, что ли? Он последний. Ну, если ну, надо... Ну, ладно, давай, давай, давай. Хорошо, хорошо. Если надо, хорошо. То я... Надо, да? То я можешь буду. Тебя подставить? Что? Давай. Если давай. Надо, то я буду. Залезай, залезай, залезай. Нет, сним. Да ладно? Ну, снимай, ну чего? Хорошо, хорошо. Давай, ну, я тебя подержу. Ну, это же неловко будет. Ничего, я тебя подержу, не волнуйся. Давай. Так он же тут вообще... Ой, заклеенный. О, отлично. А только это не солидно. Заходите, а. Не солидно с этими цветочками-то. Не солидно? Кому не солидно? Ну, мне. Как ну как, ну что с цветочками-то? А по-моему, очень даже. Не знаю. Цветочки. Так, чего, сейчас. Смотри, еще. А, это самое, вот спагетти, упаковочку одну. Упаковку? Ну. Здравствуйте. Да, я слушаю, Татьяна Кивровна. А, да. Ага, я звонил. Так, это 29-е. А, так, Кама, хорошо. Меня, главное, интересует сейчас время, просто жутко интересует. То есть, в принципе, у нас начало где-то 6:30. Ну, я думаю, у нас же чистый капустик. То есть, мы должны были работать у них там в офисе. Это получалось бы весь вечер. А сейчас мы только на сцене. Поэтому, я думаю, ну, за час мы управимся просто вот и до. Ага. Так. Ага. Так. Ага. Ага. Thank you.
говорил, что она радует. Сюда. Я чуть-чуть успею, давай пока. Сама песню папа поет. Все наше. Блин. На гатусы не задержит. Да? Да, как бы на несколько минут у тебя никакой беготни, на вахте тебя сейчас точно уже никто не дернет, пока потому что пускай там, дернул, там договорились дернул, уже. Дернул за яйца. Смотри, и давай сигарету закуривай, в одну руку сценарий бери. У тебя глазки-то добрые, должны быть не обмороженные они у тебя. Да у него заебанные просто, блядь. Вот так вот. Вот такие вот они. Хорошо. Вот, Саня. Так, сценарий пока в сторону ты убери. Значит, и вот у тебя эти кукла, например, зайчик вот этот отцепляется. Да. Отцепляю его. Вот. И ты с ним как бы, то есть вот тот сценарий, который как бы ты изучил, вот ты с ним сейчас будешь беседовать. Вот, то есть болтай с ним, разговаривай. Прикурить ему там, да, сигарету ему, сейчас. Допустим, да. То есть мне надо такой кадр сделать, чтобы он был, знаешь, как бы, ну, радостный, необычный. Разверни его немножко на меня, так, чтобы он. Что ты, милый мой, смотришь искоса? Да. Низкоголовый, вот, блядь, наклоня. Вот так. Вот так, Валяшка, вот так, хорошо. Здравствуй, милая. И разверни его немножко на меня. Я понимаю, у тебя дела, как насчет репетиции? Ну, сейчас и репетируем, мы сидим. Нет, в смысле наши. Да. Ну, давай, хорошо. Это мне звонок. Да, так. И на меня вот развернулся. А то лицо-то, которое вот делал, вот такая, вот она такая. Да улыбнись вообще. Спрашивай, блин, не могу. Вот так. И его поближе, вот ты это ему говоришь. Вот. И вот это, вот ему ты говоришь на ушко. И на меня развернулся. Заебал ты, заебал. На меня глазки-то на меня. Так, хорошо. Моргнула вспышка? Что-то не заметил. Ага. Так, давай. Говори. Вообще, сценарий ему пересказывай. Пускай он тоже знает, о чем там базар. Здравствуй, Дедушка Мороз, так. Борода и ватый, хорошо. Я хоть старенький, да рад, но подарки вам не хорошо. Так, а сейчас вот это, как бы, он как будто тебе на ушко что-то говорит, понимаешь? То есть ты ему сейчас сказал, а сейчас говоришь, ну ты тоже, как его там, кто, собака? Заяц, подскажи. И на меня взглянул. Когда этот тюремщик на меня на крылечке театра попер, артисты же стояли с удовольствием, смотрели. Хорошие артисты. Они же с удовольствием смотрели. Ну как это до самого финала? Только ты один. Ну, а что это такое? Ну-ка, бля, иди отсюда. Попер его. Они могли меня же тогда убить, потому что я это не помню. Я, Валера, я, ты думаешь, не помню? Вот поэтому ты звание получил. А те, кто стоят, ты думаешь, я их не помню? И это незабываемо, мой друг. Да нет, не только, Валер, конечно, не только из-за, но и поэтому тоже. Потому что я знаю, что на тебя можно положиться. Я с тобой пойду во Францию, и я не побоюсь немцев, которые на меня нападут. А с другим я побоюсь идти, потому что он продаст. Сутки пылают станицы, горит под ногами донская земля. Не падайте духом, поручи Голицы, Анне Тоболенске, старейшина.
Нет. Если выберу другого, и сразу и не ждите. Там останусь. Класс. Как лучше в домах. Сейчас, сейчас. А что это было? А? Ну, не знаю, что это было. Что-то было? Что-то было. Айдан, в Париже всем выдают такие? В Парижике хорошо. Первый раз пошли, нет, первый раз Каспикант, этот, Молен-Руж, блин, Молен-Руж, ну там Молен-Руж, это 1000 франков эти самые билеты, конечно, дорого. Ну надо по этому, это унитаз, Это стоит очень дорого. То есть там это самое, вот это самое, Каспикант, площадь, там вот чисто магазины, магазины, кабинки, шопы, где все заманы, мы не туда пришли. Как мне сказали, нет, сказали, что на площадь ходишь, вот налево, вот та и на улице. И мы на следующий день пошли уже, да, в гостиницу, да, налево, ну как действительно налево. Ну по-русски. А уж так лучше есть. То есть есть площадь Каспикана? Ресторан, и удобнее налево. Налево, да. Ну как и у нас, да. То есть прямо площадь, а налево улица прибегает. Вот там проститутки идут. Ну нам сказать так, глаза не смотреть. Нет, ну на чем мы говорим, мальчики, прекратите уже. Я ж про Париж рассказываю. На самом деле, вот как бы жизненная ситуация, она, когда она переносится в некую такую театральную, да это хорошо. Это хорошо. Но ты же, Марин, испытываешь симпатию к Валере? А кто? Ну, Валера к тебе явно тоже неравнодушен. Конечно. Стал чисто ходить. Месяц уже неравнодушен. Вот. То есть это уже как бы само по себе просто прекрасно, потому что между Офелией и Гамлетом, как вы понимаете, тоже есть некие такие... взаимоотношения, но... Какие? Да-да-да. Да-да-да, вот это ты хорошо сказала. Еще какие, потому что существует много разных трактовок. Играли даже Офелию беременной. И я очень рад, что вы как-то симпатизируете друг другу. И что между вами есть некое такое напряжение, нужное такое напряжение. Хорошо. Так, но вот я, насколько знаю, то Марина нам приготовила такой небольшой сюрприз. Конечно. Мы вот говорили в прошлый раз о том, что мы не знаем эти мелодии, да, эти, значит, какого рода эти песенки, с каким настроением. И мы бы сейчас, Валер, ты не против, если, значит, если мы песенки попоем. Если Марина нам, да, нам что-то такое немножечко так попытается. А почему бы и нет? Да, отлично просто. Можно я это глазком своим сделаю? Итак, уже поет? Или... Хотите, я могу не это? Нет, вот да, лучше вот как-то... Лучше, чтобы, да, я, немножко, чтобы, да, я двигалась. Да, 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 чуть-чуть подвигалась, да, да, чтобы ты как-то, да, поняла, как твое тело здесь располагается в этом пространстве. Уже прямо можно с песенок начинать? Да, да, да. Уже можно? Да, конечно. Папа, чем я отличу вашего дружка, шлык паломника на нем, странника клюка. То есть это как бы музыка? Отлично. А можно дальше? Отлично, конечно. Такая, такая вся ходит. Да ну вас! Я дальше вам спою. Помер леди, помер он. Помер только слег. Голова зеленый дрог. Камушек у ног. Классно? Отлично. Ну, вообще. Ча.
деревца в цвету, и глаза поднять от слез мне не могу. Нравится? Да очень. Чуть с ума не зашел. Да. И у окна согласие дам быть Валентиной вам. Сопровождение. Он встал, оделся, отпер дверь, и из его хором вернулась девушка в свой дом. Не девушкой потом. Класс? Отлично. Поток. Значит, Валер, вот я как бы вынужден признать, понимаешь, что, вот смотри, Марина, как сказать, дилетантка, она как бы не профессионал, да? Вообще никакая. Да. Какая-то вся. Ну смотри, насколько она свободна, как бы, понимаешь, а ты что-то как бы, ты что-то тут пыжишься, значит, вот как бы не можешь отключиться как бы от нас. А вот ей, понимаешь, пофиг абсолютно, да. А получает удовольствие от пения. А ты мне сказала, я прости, если можешь, а если не можешь, то не прости. Сударь, что с вами? Я тоже бы даже... А, заела, блин. Да где? Да сначала, когда мара ноги, понимаешь, глаза открыла. Да. Я сейчас уже напою. Дело не в том, чтобы петь, как бы, понимаешь, а дело в том, что... Ну как, ну ты должен, как бы, в чем цель-то, как бы... Любого актерского выхода, ну, для себя прежде всего кайф получает, как бы, понимаешь, для себя, не для кого-то там, понимаешь, а для себя. С первого раза, когда я ничего не говорю. Кайф не получает, значит, мне интересно, понимаешь? Кайф в процессе получает, в процессе работы, работы. Вообще, с первого раза кайф получил, что там с тобой буду делать на репетиции? Как что? Молодец. Молодец, Марина, очень хорошо, очень хорошо, да. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли души терпеть удары и щелчки, обечицы судьбы и лучше встретить с оружием море бед и положить конец волнениям, умереть, забыться и ага, скончаться. Помощь, ну и снова забыться. Пушки будем открывать? Чуть-чуть. Наполовину? Да-да-да. И прямую, ага. Или косую? Забылся. Дальше. Да, забыла. Снова забыта, а? Уснуть и видеть сны. Все, наверное, начинаю. Итак, приступаем к обрезанию. Давай. Вот и ответ. Приступили к обрезанию. Здесь написано. Вот и ответ. Приступили к обрезанию. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот объяснение. Ты не боишься? Я нет. Чего бояться? Ну, а вдруг я тебя испорчу? Ну, ладно, чё. Лишь бы потом не отказалась. Ну. Понял? Ага. Вот что удлиняет несчастье нашим жизни на столько лет. Удар кинжала! Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался. Ага. Между тем довольная. Офелия! Восклицательный знак. О, радость! А вот слушай, тут про язык-то нету, да? Нет. О, радость, помяни мои грехи в моих молитвах, нимфа. Принц, были вы здоровы? Ну, принц, были ли вы здоровы в это время? Благодарю. Вполне, вполне, вполне. А теперь? А теперь? А теперь? А теперь также я уже тоже вполне здоров. Если бы он был другой, он бы не был актером.
Он фанатик. Это все. Я так поняла. Потому что он, а вот, может дома загинаться, да? Желудок болит, все болит у него. Но как только надо идти в театр, все, он встал и пошел. А я все время чувствую какую-то вину на себе, что, хоть и стыдно говорить, но родила 3 детей. Ну, какая вина, Соня? Вина в том, что если бы он зарабатывал хорошо в театре, хотя бы первые годы, может быть, нам сейчас легче было. А так постоянно считаешь себя причиной того, что он не может что-то сделать. Стараешься уже сейчас уже. Раньше я была не такая. Конечно, раньше я нервничала много, ругала. То, что он там, например, задерживается на репетициях, у него общественная работа была. Он капустники обожал, просто обожал капустники. А теперь стараешься сглаживать все это, чтобы он пришел домой, успокоился, ни о чем больше не думал, ни о каких проблемах. Все, пришел, отдыхай, Валера, все. Иначе он просто или загнется, или он от нас уйдет. Да, потому что, знаете, мужчина, когда имеет какие-то проблемы, которые ему надоедают ежедневно, может, он плюнет на все, естественно. А с другой стороны, по-моему, если я все-таки его узнала за 13 лет, он человек долго, и у него вот эта вот совесть все же есть. Он детей любит, хотя иногда он на них зло все-таки срывает. Если бы у него была возможность хорошо зарабатывать, он был бы замечательным мужем и замечательным отцом. Просто идеально. Но вот эти вот постоянные нехватки денег, эти халтуры, невысыпания, они его делают буквально зверем. И он иной раз так накричит, я его понимаю. Теперь как бы вторая проблема. Ну, проблема-то времени. Мы с тобой уже как бы сколько уже по этому поводу-то не можем встретиться. Тогда как ты себе мыслишь-то вообще вот это дело? Когда мы с тобой будем репетировать и когда мы. Когда мы выпустим-то? Когда мы будем репетировать? Когда мы выпустим спектакль? То есть, как, то есть это, вот эту проблему-то надо решить. Потому что мы сейчас с тобой как бы собираемся, а чего? Толку-то пока у нас нет. Еще раз в месяц мы будем собираться, так мы с тобой сколько будем делать-то этот спектакль? Трагедия? Отучиться в театральном училище и, как говорится, сидеть дома. Когда вот вспомнишь, что ты училась в театральном училище, да? У таких знаменитых людей. И такие планы были. Боже ж ты мой. И ну и расскажется, что этого вообще не было в моей жизни. Иногда жить не хочется, честно говоря. Я все понимаю, что ему тяжело, что, господи, ну цены какие, да? А с другой стороны думаешь, ну если государству нужны театры, ну да пусть актеры зарабатывают хотя бы, если они вкладывают все туда,
где ж отдача-то? Если уж заслуженный артист, значит, актер, который чего-то достиг в этой жизни, он получает такие крохи. Ну, что же говорить о простых актерах? Бедные люди. Они только на своем энтузиазме работают. И как может... Вот он иногда и голодный ведь играет. Ну, нет денег, ну, нет денег. Но он уже привык. Ну, ладно. А говорю, Валера, у тебя же два спектакля. Да как-нибудь отыграю. Отыграю. Как может голодный актер играть, я не знаю. Мне его жалко. И опять, это я виновата. Чувствую, что я виновата. Если бы у него не было троих детей, может быть, легче было бы. Возьми, получи 400 рублей. За мной остается 840. Точно у вас нет. Ты где же взял? Постой. Событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину. И вам 400 прекрасная и удивительная. Остальное потом. Сейчас один молодой человек рассказывал в вагоне, будто какой-то великий философ советует прыгать с крыш. Прыгай, говорит. И в этом вся задача. Вы подумайте. Какие же англичане? Сдал участок с глиной на 24 года. А теперь, извините, некогда. Надо скакать дальше. Поеду к знакомому Катамонову. Всем должен. Желаю здравствовать. Вы жалеете, что вот так вот сложилось с Валерой, так как ваша жизнь? У нас, можно сказать, жизнь-то не сложилась. Абсолютно. Но если это назвать жизнью, нет. Какая жизнь? Я не скрываю, я ему об этом уже говорила. Я ему говорила: Валера, ты знаешь, если ты так предан театру, если ты фанатик театра, если, по сути, семья для тебя второстепенное что-то, то лучше было бы не заводить семью абсолютно, а детей тем более. Надо было просто отдавать себя театру. А иметь детей и жить так, это я считаю просто издевательство над нашими детьми. Я права, нет. Это я сейчас смеюсь. Иной раз хоть на стенку лезть, сядешь вот так вот и плачешь в окно. Особенно, когда дети болеют, а его как раз нет дома. Он или с друзьями, или кто-то там приехал в гостиницу, там он сидит. Или репетиции. Я все это понимаю. Уже переплакала. Уже перенервничала, уже перебесилась. Все прошло. А практически 6 лет я не выхожу из дома. Абсолютно. Я молчу. Валера работает. Я вижу, что он устает. Я вижу, что он выжимает все из себя. Поэтому я для себя ничего не прошу. Абсолютно. Ну, сижу я, сижу. А иная бы женщина, ну, извините меня, повесилась бы давно. Вот так вот просидеть, вот когда за окном... Сменяются времена года. Иной раз я забываю в окно даже посмотреть. Иной раз бросишь так взгляд, боже мой, а там уже зима. Но ничего, я привыкла. И все на деньгах. Все, вся основа жизни на деньгах, оказывается. Мужик хороший, Валера. Мужчина хороший. Thank you.
Так что ты говоришь с Гамлетом-то? Чего? Какие у тебя? Да я что-то не знаю. Я то ли я остыл, то ли я уже устал. В общем, что-то никак вообще. Ну, так тебе вот смотри, как бы ты актер, а тебе такая роль как бы Гамлета. То есть она тебя как бы даже сейчас уже и не зажигает или что? Ты можешь ты вот понимаешь, как бы, сейчас такой период, так... Нет, сейчас такой период, что сейчас вообще ничего не зажигает, ты понимаешь? Вот вообще это, ничего. Вообще ничего не зажигает, понимаешь? Вот даже, ну как, на всплеске есть, допустим, вот раз шабашка там, допустим, подкатила в ЦУМе, ну, отработали, ладно, отыграли. Сейчас раз первая перед, так, ну, худо-бедно там, вот, пока состоит здоровье, есть что-то так делаю, сценарий пишу, и все, понимаешь? Амплуа катаешься? Ну, не амплуа, ну, в принципе, можно так сказать. Это тоже комик. Ну, можно так, да. Ну, потому что заявки, ну, такие, нужен капустик, допустим, там, нужно там то-то. То есть нам серьезно ничего не надо. Ну, не, ну, чисто... фактически Гамлет может фактически сменить отношение твое к тебе, понимаешь? Как Паш, ты понимаешь, пока у меня нормально в семье не будет, у меня ничего не изменит, понимаешь? Вообще ничего семье? Не изменит. Да. Пока там нормально ничего не будет, мне ничего не изменит, понимаешь? Я сейчас шел, разосрался с женой. Дай мне денег, замени мне 400 тысяч, лежит посылка, там, месяц уже, да еще за месяц. Я говорю, ну нет в городе денег. Я говорю, вчера 7 часов проверил, ну нет, блин. Опять, да ты вот, да ты мне с 8 марта не поздравил, до 19 марта было юбилей, 14 лет у нас с тобой, ты меня тоже не поздравил, блин. Я говорю, ты пошла нахуй, ты пошла нахуй, и все, разошлись, и все, блин. Понимаешь, тут вообще не до работы, понимаешь, даже не могу об этом, даже намеком подумать, блядь. Так иногда в ремерку прихожу, блядь, на столе вижу Гамлета, блядь, так, нечаянно вспомню про него, потом что-то вышел, опять забыл, и опять забыл, все, понимаешь? Потому что, видишь, когда вот, допустим, как когда я... созреешь? Как ты думаешь? А ты хочешь в мае сделать все-таки? Времени-то нет. Да, понятно. Второй год снимаем уже. Второй год. Ты что, от меня зависишь, что ли? Второй год. Миша, кого? Надо рекламу меньше снимать, да, снимай только Серегина, блядь. И платить деньги, блядь. И можно было за месяц все снять, блядь, всю жизнь, блядь. Фу, что-то я мокрый, блядь. Живот больше? Болит, будет, если нет, блядь. Когда ложишься в больницу-то? А? Для места, когда буду, сегодня полтретьего должен поехать к ней, поговорить там. Она сейчас УЗИ сделает, ДФГС хотя бы. Что там у меня? Ну, там печень, наверное, или язва открылась. Я, ну, это самое. Обычно ведро выпьешь, водки из армана, тут где-то рюмочки пару выбило на презентации, все, и пиздец, блядь. Она скрутила, блядь, вообще. Но все равно, сегодня выписываемся. Лечение продолжаем. Теперь что? Диета. Угу. Самое главное, режим питания. С моей работы это питание, конечно. 3-4 раза в день должны есть. Кислотность, которая у вас сверх меры, должна гаситься естественной пищей, а не лекарствами. Ну, понятно. Значит, режим питания это основное. Так, избавиться от курения. Угу. Ага. Ну, так я... избавиться, все равно обязательно. Стараюсь. Значит, у нас выезд утром, и где-то, ну, мы, я думаю, часиков в 2-3 уже будем в городе. Так. Ну, прекрасно, прекрасно. Да нет, наверное, мы придем, потому что у нас получается пол первого начала спектакля, где-то он час-полтора идет. Ну, мы в Сокол едем, тут недалеко, в принципе. Ага. А. Все хорошо, я Вале за адрес все скажу. Ага. Ну, ладно, все, до свидания. Вот они.
И как назло, все новыми бумажками. Класс. Наверное, сегодня мой день точно. Что-то чем сыплется все сюда, сыплется. Привет, ты, Шишкин, из мотора. Дай спичку ты, на дворе. Ты что такой блатной? А что глазки такие странные? А потому что мы пилоты, небо добродевает дом. Вот. Первый день, а девочки потом. Да что ты это с ним сделал? Что с ним сделал? Ты вообще понял, нет? Понял, нет? Все, уходим мы. Счастливые люди. Счастливые люди. Понял, нет? Ва! Красавец. Все, 29-е. Понял, нет? А ты к Новому году готов уже? Здравствуйте, озорной народ, вы пришли на Новый год. Через бурь и метели вы сюда едва поспели. Со снегур при своей я уследил у дверей. Собираюсь мне в дорогу, чтобы навестить ребят, ведь подарков очень много, дети получить хотят. Мы готовы задержаться ради дорогих гостей, поплясать и посмеяться, чтобы повеселить друзей. Ближе к елке подходите. Сейчас минуточку отнимал. Ближе к елке подходите, хороводы заводите. Рады видеть мы ребят, школьников и дошколят. Дедушка, да. Елка чего-то грустит. Угу. Что же огнями она не блестит? Мы в один миг нашу елку зажжем, но потом веселиться начнем, да. Хорошо. Ага. Так, пишу, хорошо. Так, ага. Видел, как работать надо? Молодец. Че молодец? Корми семью. Семью, семья. Давай, давай дальше. За одну шабашку. Текст, духовность, духовность, ё-моё. Алло. А? В смысле, что сдать? А не Таня? А, хорошо, хорошо, Светочка. Ага, ага. То есть костюмы все сдадим, ага. Ага. Давай, пока. Ага, давай. Валера! Казань, ты знаешь, что в нашем деле самое главное? Как говорит одинокий персонаж. А? Веревка.
Веревка. Вот когда до недели до зарплаты и занять негде. Да еще дирекция вызовет. Вот самое время ее иметь, правда? Вот. А опять же, ведь когда-то и на концерт надо сходить, и там тоже она нужна. Поэтому мы с Наташенькой решили, вон она лежит, дай, пожалуйста, тебе такую веревку универсальную подарить. И на концерты, ой, и для других, когда там надо будет прищучить, и прочее, прочее, прочее. Ну, вообще. Вот. Костюм, кто умеет завязывать галстук? На костюмчиком. Ой, а главное, рубашки. Будь здоров. Живи всем на радость нам. Мы тебя все любим. А как завязывать там есть? Ценим и прочее, прочее, прочее. Ты сам это великолепно знаешь. За тебя, дорогой. За твой талант. За то, что ты хороший человек. Вот есть и нас своей жизнью радуешь. За тебя. Рады, дядя. Ой, спасибо. Валер, расти большой. Буду не только такое ощущение, что он на всю жизнь настроение. Отлично. Так, ну ты как? Ну ты Серега. Вот, сделайте как Серега.